We are the winners.
блестяще выступил в двух заездах, поэтому и сегодня я хочу внимать, и смеясь, и живу выступили. И снаружи, атакует по внешнему лицу, практически атакует сейчас, атакует с третьей позиции. Основной до заезда, прямо посередке на выходе из виража, уложил свой мотоцикл аккуратненько Иван Хужин. Жалко. Шестой заезд. Thank you.
Малеев, Дмитрий Хамицевич. 3 очка зарабатывает Дмитрий Саяников, 2 очка Динар Валеев, 1 у Дмитрия Хамицевича. Четвертая дорожка, желтый ночлегник, номер 1, Никита Богданов. 29-й заезд, поехали! Смотрите, какая борьба! Никита Тарасов шикарно стартовал с первой дорожки и сейчас возглавляет заезд. Все за ним стремляются на другие. Прорывается Никита Богданов, лидер наших соревнований. Тут же начнется защитная позиция, на третью перемещается. Защищает свою лидерскую позицию. Итак, внимание, внимание! Лидер заезда на финишном круге. Все-таки Богданов уличил момент, нашел лазейку и зарабатывает 3 очка. Никита Тарасов 2 очка. Даниил Миронов 1. Yeah.
Сергей Макаров, 2 очка. Матвей Волков, 1. Лидер заезда Дмитрий Комиссаренко.
Каменска Артем Бурмистров на второй позиции. Не сдаётся Симон Свитер. Хранит надежду на успех и буквально на дистанции атаки. Все-таки смотрите. 3 очка. 3 очка зарабатывает у вас в этом заезде Дмитрий Хабицевич. 2 очка отправляются в копилку Артема Бурмистрова. Нашивник Никита Тарасов, Уфа. 3-я дорожка, белый нашивник, Сергей Макаров, Луховицы. И 4-я дорожка, желтый нашивник, Игорь Кононов, Тольятти. 36-й заезд. Игорь Кононов на позиции лидера. Буквально галопом доседает отличается на 4-й позиции, потому что вперед продвигается Сергей Макаров. Замыкающий в этом заезде. Он должен быть терпеливым и будет продолжаться. Вновь Макаров на 3-й позиции. Буланкин не сдается. Буланкин уже на 2-й позиции. Тарасов замыкающий. И Сергей Макаров на 3-й позиции. Смотрите, как он отвечает за борьбу. Смотрите, как он отвечает.
Дмитрий Булавкин. Едем дальше на финишный круг. По внутреннему радиусу сейчас пытался прорваться на первую позицию.
называется «Коронов». И смотри, сейчас цена своего соперника. И вы смотрите, смотрите, какая борьба. Вновь перекрестились траектории. Закрывается собой калитку Динар Валеев. Сдвигает на вторую позицию Игоря. Соперники отправляются на третий круг. И вы смотрите, как наращивает свое преимущество, увеличивая разрыв. Динар Валеев. И наконец Динар Валеев отправляется на финишный круг. Ну что же, господа, серебро первого этапа чемпионата России достается Динару Валееву. На третьей ступени пьедестала почета поднимется Игорь Кононов. Вот таков результат наших соревнований. Начинаем подготовку к церемонии награждения. Еще раз повторяю.